товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Юрьевич. Говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. И вот состав Атлетико Мадрид. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Юрьевич. Говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. И вот состав Атлетико Мадрид. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Юрьевич. Говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. И вот состав Атлетико Мадрид. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Юрьевич. Говорить о стиле игры, эта команда любит и умеет обороняться. Скорее всего, сегодня мы увидим игру от обороны. Команда целенаправленно играет вторым номером, отдавая сопернику мяч и инициативу. Посмотрим, будут ли сегодня какие-то изменения в этой тактике. И вот состав Атлетико Мадрид. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Игра началась. Смотрим. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Лемар. И игрок смещается в центр. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. С мячом Антуан Гризман. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. И этот пас ждет Диего Коста. Выше ворот пробил.